Привет, друг, с тобой Эван. Ты попал не на обычный ролик, а на ролик с конкурсом, который я достаточно долго уже не проводил. Сегодня я тебе расскажу, как поучаствовать, как выиграть призы, какие они вообще и где их можно забрать. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, слушай внимательно, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, ребята, больше года уже на моем канале не проходило никаких конкурсов. Последний конкурс это был в декабре 2021 года, после чего я проводил маленькие конкурсы на каких-то определенных серверах. Но сейчас я хочу провести конкурс на всех серверах, на которых я играю. Это Smotra Rage, CCD Planet FMTO, а также мой дом РП. По классике все тайм-коды есть внизу и на ролике. Перематывай в определенное место, если хочешь еще раз переслушать информацию и ничего не упустить. Ну что, ребят, давайте начнем сначала с призов, которые вы можете получить, после чего перейдем к условиям, да и в принципе закончим ролик. Поэтому, какие призы вы можете получить и на каких серверах? Смотрим. Ну что, ребята, сейчас мы находимся на Smotra Rage, и вас интересуют какие призы. Призы очень простые, 5 миллионов, бюджет суммарный, 5 мест по 1 миллиону. Я думаю, это неплохо для старта. Дальше. Ну что, друг, мы сейчас находимся на сервере Мой Дом РП, первый сервер. Обязательно введи мой промокод EVAN и получай 100 тысяч рублей, когда отыграешь 10 часов. И на этом сервере мы также проводим конкурс. Суммарно бюджет конкурса на Моем Доме РП будет составлять 2,5 миллиона, а именно 5 мест по 500 тысяч рублей. Передаю слово дальше. Ну что, ребят, сейчас мы находимся на сервере CCD Planet FMTO, и здесь также у нас проходит конкурс. Что по призам? 5 мест по 3 миллиона. В принципе, я думаю, будет достаточно, чтобы прикупить себе какую-то первую тачку, либо затюнить уже имеющуюся. Также хотел обратить внимание на то, что данные призы вы можете забрать как на втором, так и на шестом сервере. Поэтому дерзай, желаю удачи. После того, как вы посмотрели все призы, и надеюсь, они вам понравились. Да полюбасы должны понравиться, это же, блин, на халяву, на шару, почти ничего не делает. Ничего? Ничего. Бесплатно? Бесплатно. На шару? На шару это нехорошо. Если каждый год раньше я делал все конкурсы ВКонтакте на своей стенке, и многие люди писали, что Эван, мы с Украины, мы не можем зайти в ВК, либо у меня нет ВК, либо еще чуть-чуть другое. В этот год я решил все кардинально изменить и создал свой телеграм-канал, где буду публиковать всю актуальную информацию о своей жизни, о игре на сервере, возможно, какие-то сходки, раздачи, также информацию про ролики и эксклюзивные конкурсы на разных серверах для подписчиков моего телеграма. Поэтому ссылочка есть в описании. Теперь более детально к условиям. Что же вам нужно сделать, чтобы поучаствовать в данном конкурсе и попытаться выиграть данные призы? Первое — это подписаться на мой канал. Кто этого еще не сделал, обязательно спускаемся сейчас под ролик и подписывайся на канал, ведь для меня это важно и для вас тем более. Второе — это поставить лайк данному видеоролику. Третье — это зайти в мой телеграм-канал по ссылочке в описании и подписаться на него, ведь если вы не подпишетесь, вы не сможете принять участие в конкурсе. И четвертое — это нажать на закрепленное сообщение конкурса в моем телеграм-канале. После того, как вы нажмете, вы увидите три одинаковых почти сообщения, только с разными шапками. Там будет написано по типу «Конкурс на таком-то проекте», «Призы» будут написаны и продублированные условия. Чтобы тебе принять участие, тебе нужно просто под этим постом нажать «Участвую». И все, и после того, как ты нажмешь «Участвую», ты автоматически участвуешь. В принципе, все. Также ты можешь принимать участие во всех конкурсах одновременно, если играешь на трех серверах, либо на каком-то одном определенном. В принципе, на этом все. Вот такие вот легкие условия. Надеюсь, для людей, которые не сидят в ВКонтакте сейчас, я максимально все упростил. Да и в принципе телеграм-канал — это тоже неплохо, ведь раньше я был первым ютубером, который создал беседу общения с подписчиками. Конечно, она сейчас немножечко умерла, в ней никто не сидит, а вот телеграм — это что-то новое, где сидят все. Поэтому, я думаю, это будет полезно. Также, кстати, в телеграм-канале вы сможете общаться, возможно, продавать свои предметы и так далее. Ну и теперь самое интересное, когда итоги? А итоги у нас, ребята, будут 2 августа в 2 часа дня по МСК. Почему так долго? Потому что весь июль у меня не будет доступа до компа, поэтому итоги смогу провести только 2 августа. Да, я думаю, этого времени достаточно всем новым или старым подписчикам поучаствовать в данном конкурсе.
А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос получился. Я надеюсь, он тебе понравился, и ты в конкурсе будешь участвовать. Повторюсь, все необходимые ссылки есть в описании. Заходи. Напиши также любой комментарий, как долго ты смотришь мой канал, мне будет интересно. Да вообще любой комментарий, который ты посчитаешь нужным. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики по этому и другим серверам. Подписывайся на канал. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, удачи в конкурсе и всем пока.